Добрый день, приятная минутка. Это тот самый ахарт. Я его уже показывала, этот перчик. Как мы из 800-граммового горшка его перевалили в 2-литровый сначала, потому что мне показалось, что у него корневая система не очень развита. А сам он как бы рос мощным сразу, перцем. Это бакатум, у него такие вот сердечки, лопухи, листья. Мне казалось, я где-то читала еще в перцеводах и перцеедах на форуме, что он малоурожайный. И у меня он тоже в первый год дал всего 2 перчика. И я так его поздно сеяла и думаю, ну действительно малоурожайный перец. Ничего подобного. Вот это все, что не осыпается, это уже завязалось. Табакатум у него такие характерные. Желто-зеленые точечки внутри цветочков. Вот он. Красотун. Красотун. И я сейчас его решила уже... Потом я его пересадила из 2-литрового в 4-литровый. Сразу практически через 2 недельки он посидел. И сейчас я покажу, какая корневая система у него в 4-литровом горшке. Конечно, это для больше огорода, для грунта перец. Слабоострый, ароматный, вкусный. И, ребята, все-таки он урожайный. Уже завязалось тут несколько перчиков, я вижу, но они зеленые, их не очень видно. Вот еще один перчик тут. Я его на видео, сегодня очень яркая погода, солнце даже в тени. Я его плохо вижу. Вот здесь вот еще один перчик, там еще один завязался перчик. Вот этот перчик, что я начала с него показывать. И там море, море, море цветов. И взрослые цветы уже, которые вот закрываются, значит, они уже отцветают, они уже с плодиками, раз они не осыпались до сих пор. Но первые развилки, цветочки осыпались. Я в 7-литровый горшок уже насыпала немножко грунта. На дно положила травки чуть-чуть и насыпала. Вот сейчас мы его переварим аккуратно. Ну, конечно, вот 4-литровый горшок и рядом 7-литровый. И мы наш будем сейчас обсыпем вокруг. Тут по сантиметра полтора будет. Еще земельки насыпать, ну, конечно, и это для него маловато. Его бы сейчас 10-литровый горшок, но у меня сейчас нет таких горшков. Вообще он в грунт просится, просится в грунт. Сюда сыпца я ему насыпала, мне привозили с Изобильновского района. Шикарный сыпец. Ой, оторвала перчик один. Вот это я умудрилась. Отлетел. Неаккуратно листочек расправляла. Такой он смешной, этот перец какой-то весь бугристый. Интересный, когда на сверхострый чем-то похож. Но, возможно, его там кто-то ест, что он так весь искорежился. И вот я вижу, тут полосочка по нему прошлась. Но все равно вот этот вот тоже перчик весь такой красивый, фигуристый. Ну, скоро будем пробовать.